Значит, мы сегодня с вами проводим семинар по автовозможностям программы Microsoft Word. Это первая часть группы семинаров, которые я буду проводить. Две части будут по Word, одна часть пока планируется по Excel. Мы будем рассматривать некоторые элементарные вещи, некоторые интересные, сложные вещи. То есть, в принципе, сегодня подготовка вас, как слушателей семинара, должна быть либо начальные действия с Word, то есть как начинающий пользователь, либо, в принципе, уже достаточно давно работающие в этой программе, наверняка для себя найдете что-то интересного. Значит, меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Я являюсь преподавателем центра «Специалист» при МГТУ имени Баумана. Уже 8-й год здесь работаю. Ну и по поводу моих достижений. Здесь на слайде вы видите статусы, которыми я обладаю. Это статусы Word эксперта, Excel эксперт, PowerPoint специалист, 10-13 версия эксперт Excel. Ну и кроме этого, по 13-й версии статус мастера. Кроме этого, являюсь сертифицированным тренером Microsoft. По поводу нашего с вами семинара. Мы рассматриваем пока 5 тем небольших. Это какие возможности, автовозможности имеет программа при вводе данных. Как можно при вводе текста использовать форматирование, то есть не использование кнопок нажать на буковку «Ж» для того, чтобы выделенный текст стал жирным, а прямо при наборе сказать «Мне вот это слово нужно поставить жирным». И программа нас будет понимать и сразу будет понимать это форматирование. Далее поговорим о том, что такое автосохранение документов, как оно работает, когда работает, где можно найти документы, сохраненные, если, допустим, произошел сбой работы компьютера. Далее мы поговорим о том, какие возможности автоформатирования есть у объектов. Это заголовки, таблицы, списки, рисунки там и так далее. Предлагаю вам открыть программу Word, чтобы вместе со мной поработать. Сегодня у меня заготовок нет. Будем работать с чистого листа. Что не так? Есть? Сейчас дам. Давайте. Да ничего страшного. Держите. Вот, на всякий случай, если кому нужна будет та презентация, с которой мы работаем, я могу это все выложить потом куда-нибудь, либо в общую папку, либо выслать по вашей просьбе по почте. Поэтому все, что написано здесь, можно не записывать. Итак, сначала мы с вами рассмотрим возможности борьбы с предполагаемыми опечатками. Итак, программа Microsoft Word. У меня 2013 версия Word, у кого 10-я, 7-я, в принципе, это не важно, на работе или дома. Работать мы будем по одним и тем же правилам. Итак, первое. Где находятся настройки автозамены? Мы должны с вами зайти в окно параметров Word. Это вкладочка «Файл», «Параметры». Если вдруг у кого-то 2007 версия, это кнопка «Офис», кругленькая кнопка с флажком вверху слева, и команда называется «Параметры Word». Диалоговое окошко, с которым, я думаю, что почти все хотя бы один раз знакомились. В левой части этого окна мы с вами выбираем команду «Правописание», то есть раздел «Правописание». И самая первая кнопочка с правой стороны – «Параметры автозамены». Вот в это окошко мы сегодня будем несколько раз заходить, делая разные настройки. Сначала поговорим о первой вкладке «Автозамена». Значит, что здесь есть и что можно еще сделать? Я думаю, что все вы замечали, работая в Word, такую позицию программы, когда с абзаца на абзац переходим, Enter нажимаем.
И написав первое слово и нажав пробел, вы видите, что первая буква всегда становится большой. Замечали такое? Автоматически. То есть даже если маленькой, с маленькой начинали. Точно так же программа может с большой буквы начинать писать тексты внутри ячеек таблицы. Начинать с большой буквы элемент списка, если нумерованный или маркированный списочек создаем. А также может исправлять случайное нажатие на клавишу Shift и написание двух первых больших букв слова. Вот все эти настройки здесь, смотрите. Исправлять две прописные буквы в начале слова. Если флажок стоит, программа за этим следит. Дальше. Делает первые большие буквы предложений прописными. Тоже есть. Делает первые буквы ячеек таблицы прописными. Ну, как бы и так далее. А вот внизу, в дополнительном поле, у нас есть некий список, который позволяет осуществлять быстрый ввод длинных слов или фраз. Это одна из сегодняшних тем. И рассматривается здесь ситуация опечаток. Давайте вот вниз по списку спустимся. И где там... А, автозамена английский идет. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Хорошо. Хорошо. Это не страшно, потому что в любом случае мы с вами будем сейчас свои какие-то правила создавать. Ну, допустим, я знаю, допустим, что у меня при быстром написании слова, которого очень часто пропускается какая-то одна из букв О. Вот, давайте представим себе, что слово... Так, английский. На русский переключились. Вот, смотрите, слово которого я пропускаю, допустим, предпоследнюю букву О. Которго. Напишите, пожалуйста, вот этот вариант слова без предпоследней О. А в поле «Заменить на», вот сюда рядышком, напишите правильный вариант слова. Которого. Ну, давайте напишем. Допустим, желтый через Е. Заменить на желтый через Ё. Как один из вариантов. Написали. Снова нажали на «Добавить». Далее жмем на «Ок». Еще раз на «Ок». То есть, если есть какие-то слова, которые вы постоянно опечатываетесь, заходите в настройки правописания и говорите, какое слово на какое заменить. Вот, здесь же... О, русский появился. Какой-то был сбой. Значит, здесь же... Давайте перейдем на... вкладки автозамена на такую ситуацию. Допустим, в своих документах я часто пишу фразу «Центр компьютерного образования специалист при МГТУ имени Баумана». И в документе раз 15. Ну, многие поступают как? Один раз написали, скопировали и там вставляют. Это один из вариантов. А второй вариант такой. В поле автозамена я пишу заменить, допустим, ЦКО в кавычках спец. Кстати, нет, давайте кавычки не будем, потому что с кавычками там проблема будет. ЦКО спец на, да, скорее, Дмитрий, все правильно, на ЦКО специалист при МГТУ имени Н.Э. Баумана. И нажимаю на «Добавить». Затем «Ок», еще раз «Ок». И пишу фразу «ЦКО спец». Я писала без пробела, поэтому и здесь пишу без пробела.
заканчиваю вот пробелом, и он мне всю эту фразу должен вывести. Понял? Отлично. Или такие слова, как газификация, электрификация, там еще чего-то, длинные, какие-то непонятные, мутные слова, да, которые очень тяжело писать. Вот, можно сюда же вводить. Только если вы какие-то сокращения делаете, вам нужно их запоминать. И еще один момент. Если одна и та же фраза у вас должна появляться с разными окончаниями, то вы эти разные окончания также должны забить, иначе придется возвращаться и окончание менять вручную. Ну, например, что-нибудь короткое возьмем. Школа, школы, школе, школам там и так далее. Да, если бы это было длинное слово, что можно было ввести? Допустим, ШКЕ, ШКО, ШКАМ там и так далее. И, соответственно, после нажатия на пробел у вас будут появляться разные написания. Но чего делать нельзя? Нельзя использовать сокращения, применяемые в русском языке. Например, можно ли использовать ТК? Так как? Да ведь? Если ТК просто без всяких точек, то еще ничего. А если с точками, уже нельзя. Где еще применять? Какие еще можно сокращения встретить в наших текстах? Вот, мэ-мэ, Мария, хорошо. Что такое мэ-мэ у нас обычно? Это миллиметры. Это миллиметры, да? Вот, еще. Всякие там КГ, ВТ типа вторник, ПТ пятница, ШТ штуки и так далее. Ясно? То есть, да, можно сокращать, но не использовать те, которые есть. Иначе, если я захочу написать миллиметр, он мне будет писать ту фразу, которую я заменила, которой я заменила вот эти две буквы «М». Вот. Да, Денис, и т.д., и т.п., и так далее. Давайте посмотрим, что предоставляет нам с вами Word для написания некоторых математических символов. Ну, например, мне нужно поставить символ «угол». Помните, в школе рисовали? Угол в 30 градусов. Смотрите, что я могу использовать. Есть некое сочетание кодов, которые нам позволяют вставлять некоторые символы. Ну, например, для угла есть код, который называется angle. Допустим, 30 градусов хочу написать сочетание degree. Оп, много я поставила. А как надо делать угол? Сначала черточку, да? Вот, а сейчас я вам расскажу. Значит, давайте зайдем в файл, параметры. Может, для себя еще что-нибудь интересненького найдете. Правописание. Параметры автозамены. Итак, значит, переходим на вкладку «Автозамена математическими символами». И вот здесь вот есть некие символы, которые часто используются, а слева у нас идет кодировка. Идет кодировочка. Но этот вариант не будет работать до тех пор, пока у вас не стоит флажок. Смотрите наверху. Использовать правила автозамены вне областей формулы. Поставьте, пожалуйста, вот этот верхний флажок «Использовать правила автозамены». Иначе в обычном тексте это работать не будет. Ну и вот тот пример, который я брала, вот он. Backslash, то есть значок обратного деления angel. И после того, как вы это напишете, поставите пробел, у вас появляется значок уголка.
Вот. Еще мне очень нравятся вот эти градусы, потому что вот его очень долго искать обычно, да, и ставить достаточно сложно. А здесь же на букву D код ищем. На букву D. Так. И где он у нас? D green называется. Вот он. Вот он, значочек. Ну, всякие там. С дельтами, с альфами вообще все просто. Пишите название буквы. Дельта. Правда, с дельта посмотрите. С маленькой и большой буквы можно написать. Слэш обязательно. Да. Слэш обязательно ставить. А после вот этого дегри пробел надо ставить? Да, да, после пробела он начинает этот код превращать в написание. И здесь же посмотрите еще. Дек Си и дек F. Видите? Это градусы в Цельсиях и градусы Фаренгейта. Если что, если вдруг понадобится. То есть, а? Ужас, помучились. Да. Сколько искали, мучились, да? А еще корень квадратный есть. Да, корень квадратный здесь тоже есть, но он здесь некрасивый. Он покажет вот так и оставит все это. То есть вот такой крышечки не будет, как обычного корня. Вот, если хотите написание математических формул по всем правилам, это уже специальный инструмент формулы, с которым можно работать. Итак, ну давайте чего-нибудь напишем. Подсмотрели для себя, записали? Вот, я вас сейчас попрошу написать угол 30 градусов равен 1/2. А, косинус. Косинус угла в 30 градусов равен 1/2. Но косинус будем писать латинскими буквами. Дальше. Ставим пробел. Бэкслэш. Слово. Angel. Пробел. Ставится значок угла. Если между углом и 30 вам не нужен пробел, пробел придется стереть. Ну, для красоты иногда вот так делают. Можете его оставить. Затем после нуля снова пробел. Слэш. Пишем D, гри, и ставим пробел. Получается градус. Но опять же, пробел перед градусом можно будет стереть. То есть там будете уже смотреть, как красиво. Сейчас получится. А затем ставите равно и посмотрите еще один прием. Пробел 1/2. Может заменять, может когда-то поругаться. Вот, но лучше всего формулы, математические формулы писать по правилам. Вот посмотрите, мне, допустим, нужно написать там бином Ньютона, грубо говоря. Я не случайно сейчас беру, потому что он просто уже есть встроенный из вариантов. Вот смотрите, вот как вам такая версия по сравнению вот с такой формула? Видно? Математически вот это более красиво и грамотно. Согласны? Угу. Согласна. Так вот, такая маленькая, как сказать, затравочка на Word 2. У нас есть тема написания формул математических с помощью специальной кнопочки уравнения и специальной вкладки конструктор. Смотрите, как я могла написать мою версию косинус угла. Смотрите. Косинус. Значок угла сейчас попробую найти, где у меня есть, нет. А, здесь угла, по-моему, нет. Ну, в общем, да, тогда наш вот этот вариантик. Angel. Ну, что, не пишется? Вон она. А, ну да, не пишется. Ну, не страшно, если нужно, тот же код применять можно. Дальше пишу 30. А, стоп. Дальше говорю, что мне нужен градус 30. И вот здесь вот в коллекции символа у меня есть значок градуса. Вот он. Дальше равно. И 1/2, смотрите, я пишу не так, как мы, а красивой математической дробью. 1/2. Видно? То есть вот такие формулы, они наиболее красивые и правильные. В строчку, да, можно писать, но тот же корень, про который мы сегодня говорили, да, уже,
Можно писать такой укороченный, без крышечки, а можно сказать, мне нужен корень, допустим, там, какой-нибудь пятой степени из выражения там, и что-нибудь написать. Он сам будет расширять вот эту крышку там и так далее. А вот где вот это все можно найти? Вот. Значит, все это находится на вкладке «Вставка», в группе «Символы», «Уравнение». Смотрите, как большинство кнопок имеет две части. Часть со стрелкой – это список готовых вариантов. А сама кнопочка, тело кнопки – это способ вызвать вот это место для написания. И, соответственно, выходит вкладка «Конструктор» со всеми инструментами. Правда, здесь есть очень много тонкостей и нюансов, о которых мы как раз говорим на втором уровне Word для того, чтобы написать красивую правильную формулу. Итак, это по поводу математических символов. Кстати, приходилось когда-нибудь писать или хотеть написать символ плюс-минус? Да. Вставка символов. Вставка символов. Смотрите на экран. Классно. Увидели? Да. Значит, а это все отсюда же берется. Посмотрите, оно, кстати, у вас настроено. Нажмите плюс-минус. Сами просто последовательно. Плюс-минус. Плюс и минус после этого. Получилось? А в каком месте это надо? Вот где-то... Да просто в тексте. А, в тексте. Не одновременно, последовательно. Последовательно. Сначала плюс, потом минус. А я наоборот нажала, у меня... Может не получиться. Получилось, но... И так получилось. И так получилось. Что отлично. Видно. Знаете, откуда это взялось? Смотрите на настройки у меня сейчас. Плюс-минус, минус-плюс. Да. Меньше-равно. Когда-нибудь приходилось писать? Да, тоже. Попробуйте. Меньше-равно. А на английском раскладке Shift и русская буква U и B. U больше, B меньше. И знаете, почему это стало работать, а раньше не работало? Потому что мы поставили флажок «Использовать вне полей формул». Теперь, что касается специальных символов, которых нет в списке автовода. Например, мне нужно построить там, допустим, вертикальную стрелку или значок бесконечности, или больше, там, ну, больше равно мы написали, либо приблизительно равно там и так далее. Вот это вставка символов, которой многие, надеюсь, уже пользуются. Но мы сейчас делаем так, чтобы некоторые символы можно было вводить с клавиатуры. Вот о том, что Дмитрий нам там написал, что можно использовать клавишу Alt плюс некий числовой код, допустим, там 248 и так далее, мы это запоминать не будем, это неинтересно. Ну, в данном случае, на самом деле, можно использовать. Мы посмотрим свои сочетания. Итак, задача. Настроить автовввод каких-либо специальных символов. Для этого мы идем в режим вставки символов. Вкладка «Вставка». Далее, в группе «Символы» кнопка «Символ». Ну, там, где уравнение мы сейчас с вами включали. Символ. Нашли? В самом конце на вкладке вставки. Символ. И переходим в раздел «Другие символы». Принцип распределения символов по шрифтам и так далее такой. Есть шрифты, которые относятся, название шрифтов, которые относятся к написанию текстов русским алфавитом, английским алфавитом, символы, там различные знаки препинания, цифры и так далее. Вот. А есть символы, которые используют набор картинок. А есть символы чисто математические. Вот представим себе, что мне нужен знак приблизительно равно. Это математический символ, который мы найдем с вами в шрифте по имени. Сейчас напишу. Значит, шрифт по имени «Symbol».
это шрифт, который содержит математические знаки и и греческий алфавит. Готовы? Итак, ищем шрифт под именем в этом окне. Символ, символ. Можно написать в поле «Шрифт». И ищем значок «Приблизительно равно». Посмотрите на нижнюю часть этого окна. В поле «Код символа» видите 187. Вот это как раз то, о чем намекал нам Дмитрий. Можно было нажать Alt-187 и получить этот символ. Но, допустим, что код не знаю, хочу клавиатурно. Что делаем при этом? Вы выбираете символ, который хотите назначить. И внизу кнопочку «Сочетание клавиш». А у меня почему-то нет такого шрифта. Сейчас у меня поле «Новое сочетание клавиш» пустое. Итак, в поле «Новое сочетание клавиш» нам нужно с вами придумать, какими клавишами мы будем этот символ вызывать. Желательно не использовать те сочетания, которые уже есть в программе. Какие-нибудь сочетания знаете, используете? Ctrl-C, Ctrl-V, копирование, вставка, еще чего-нибудь. Ctrl-Z. Ctrl-Z, отмена. Ctrl-P, печать, Ctrl-A, выделить все. Да. Так, слушатели вебинара, включайтесь. Кто чего еще знает? Такая разминочка мозговая. Мозговой штурм. Ctrl-B полужирный болт, Ctrl-E italic это курсив там, ну и так далее. Ctrl-O open открыть, Ctrl-S сохранить. Отлично, Дина, вижу. О, Alt-Tab. Екатерина пишет, это переключение между окнами открытыми. Видите, у меня что происходит на Alt-Tab. То есть могу в любой момент на презентацию вернуться, в папочку, в интернет там, и так далее. На Word обратно вернуться. Соответственно, большинство горячих клавиш у нас завязано на кнопочку Ctrl с буквами или с цифрами. Так вот, кнопку Ctrl не рекомендую использовать. Иначе горячие клавиши могут в перекрестке с этой клавишей перестать работать. Поэтому самый простой вариант взять кнопочку Alt в работу с буквой. Ну, например, я нажимаю на Alt-Z одновременно, как горячая клавиша. Alt зажали, на Z нажали. После этого нажимаете на кнопку «Назначить» внизу в этом окне и проверяете, что ваше сочетание перешло в поле «Текущие сочетания». Вот сюда. После этого, смотрите, мы можем с вами выбрать, сохранять куда. В шаблон Normal, ну то есть это применение для любой заново созданной, хотел сказать, книги, знаете, это Excel, потому что постоянно в голове, для любого вновь созданного документа Word. Или вы можете применить это сочетание только в конкретном документе. Ну, давайте оставим шаблон. Нажимаем на «Закрыть». Здесь тоже нажимаем на «Закрыть». А теперь наша работа. Что-нибудь написали, нажали Alt-Z. Написали, нажали Alt-Z. То есть, смотрите, к чему веду. Если у вас есть необходимость в ваших документах вводить специальные символы очень часто, возможно, их лучше запрограммировать на горячие клавиши, чтобы не запоминать, допустим, те же коды Alt-128, там, например. Но запомните, что эти горячие клавиши работают только на текущем компьютере. То есть, когда придете на другой компьютер, все по-другому будет. Да. То есть, либо нужно будет назначать заново, да, на том компьютере. Ну, либо, если это ваш же компьютер, но другой, да, допустим, компьютер рабочий, ноутбук второй. Вы можете при необходимости взять файлик шаблон normal.dot и просто его
с одного компьютера скопировать, в другой ставить, и там будет все то же самое. То есть все настройки, которые мы сохраняем в шаблоне, они могут переноситься вместе с самим шаблоном. Вот, кстати, опять же, по шаблонам мы речь ведем, опять же, во втором уровне Word. Ну, то есть рекламная составляющая отрабатывается, да? Итак, по символам понятно? Отлично. Итак, значит, мы с вами посмотрели, как бороться с опечатками, часто встречаемые, как быстро писать длинные слова или фразы с помощью автозамены, как включать с помощью кодов Angel там и все остальное математические символы, и как специальные символы запрограммировать на горячие клавиши. Кстати, если вы хотите сбросить эти горячие клавиши, нужно зайти туда же, в это же окошко сочетания, и удалить оттуда. Давайте это с вами сделаем, чтобы другие у нас с вами слушатели не попали на нашу ситуацию. Итак, снова открываем на вкладке «Вставка» кнопку «Символ». Далее другие символы. И снова нужно найти тот символ, который мы только что разбирали. Если символ давным-давно использовали, то быстрый способ добраться до него – просто где-нибудь напечатать, выделить и через символ зайти. Вот он у нас выбран, видите? То есть, чтобы вручную не искать, где он был. И заходим в кнопочку сочетания клавиш, выделяем текущие и нажимаем на кнопку «Удалить». И закрываем окна. Вот. При следующем нажатии на Alt-Z у нас уже будет вариация работы Alt-A с горячими клавишами спецнастроек. Использовали когда-нибудь? Вот эти вот черные буковки, вот эти вот циферки. Появлялись они у вас? Появлялись. Когда Alt-Shift, да, случайно, или Ctrl-Shift, да, вместо. Кстати, это один из вариантов горячих клавиш. Смотрите, мне нужно, допустим, запустить проверку правописания. Я забыла горячую клавишу. Но я вижу вот здесь вот на панели быстрого доступа кнопку автопроверки. Видите? Вот она. У меня, у вас может не быть. Смотрите, я жму клавишу Alt и смотрю, а под каким номером у меня вот эта кнопка ABC. У меня шестерка. Вот после Alt жму шестерку, и вот у меня окно проверки правописания открылось. Вот, правда, в 13-й версии оно не такое, как в 10-ке и 7-ке. То есть нужно сохранить. Жму Alt, смотрю, сохранить под единичкой. Единичкой выходит на окно «Сохранить как». Ну и так далее. Переходим мы с вами ко второй части. Автоформатирование привода текста. Вот. Насколько оно вам пригодится, не знаю, да, но показать возможность могу. Обыкновенной дроби мы уже с вами рассмотрели. А вот как назначить для конкретного слова полужирный шрифт и курсив, мы с вами можем с помощью символов звездочка или нижнее подчеркивание. А выглядит это так. Нужно написать слово полужирным. Пишу звездочка, пишу слово, какое мне нужно, и звездочкой закрываю. Звезда, слово, звезда. О, опять не работает. Так, смотрите, у кого работает. Так, хорошо, с нижним подчеркиванием смотрим. Подчеркивание, слово, подчеркивание. Тоже не работает. Так, смотрим в параметрах. Заходим в окно параметров автозамены через файл параметры правописания. А, очень хорошо, правильно, не работает. Зашли? Да. Переходим на вкладку «Автоформат при вводе» и смотрим. Флажок нужно вот здесь вот поставить, полужирный и курсив. Еще раз. Файл, параметры, раздел «Правописание», кнопочка «Параметры автозамены». Нашли, да? Угу. Вкладка «Автоформат при вводе». Третья вкладка в окне. И установить вот этот флажок полужирный курсив. И нажать на ОК. Ну, проверяем еще раз. Нижнее подчеркивание. Слово, нижнее подчеркивание. Вот, курсив пошел.
звездочка, какой-то текст, звездочка. Следующее слово не будет этим же шрифтом отражаться, начертанием вернее. То есть конкретно для одного слова. Если много слов, то лучше всего применять, опять же, горячие клавиши. Например, нужно написать текст полужирным шрифтом. Жму Ctrl-B, bold, и пишу текст. После написания Ctrl-B возвращаюсь к обычному начертанию, и текст обычный. Итак, Ctrl-B, bold, полужирный. Написали текст. Затем Ctrl-B отключили полужирность, продолжили писать обычно. Курсив. Ctrl-I, italic. Ctrl-I, написали текст. Ctrl-I, отключили и пошли писать обычно. Соответственно, если нужно написать полужирным курсивом, что жмем? Последовательно Ctrl-B, I, вот он полужирный курсив. Ctrl-B, I, отключили. Вот. Ну и там же в настройках автоформатирования, я думала, вы видели, есть настройка, которая автоматически заменяет прямые кавычки на угловые. То есть у нас в русском языке принято кавычки писать именно угловые. В английской версии принято обычные кавычки, кругленькие писать. Так вот, почему наш русский текст пишется автоматически с угловыми кавычками в Word? Да потому что стоит настройка в, опять же, параметрах заменять прямые при вводе на парные. Если я эти кавычки сниму, то ставлю Shift 2, а там круглые кавычки. Видите? То есть это не кнопка так настроена, что угловые кавычки по умолчанию в русском тексте, а настройки автоформата при вводе. Поэтому, если вы видите, что в русском языке у вас круглые кавычки, идете в параметры и говорите, что нам нужно заменять прямые на парные. Кстати, настройка находится на двух вкладках. Автоформат при вводе и просто автоформат. Нужно поставить или снять в обоих местах. И там, и там. Еще из настроек одну покажу, которые многие используют. Правда, мне она не очень нравится, потому что после копирования вставки они в других документах могут отражаться немножко по-другому. Видели когда-нибудь такую длинную-длинную черточку? Угу. Очень длинную. Да, да, да. Вот. Она обычно у нас приходит то с интернета, то еще откуда-то. Скорее всего, использовали при написании вот такой вот параметр, который называется «два дефиса подряд заменять на тире». Вот. То есть в нашем случае настройка она автоматически установлена, поэтому если я ставлю два минуса, жму пробел, пишу текст пробел, и у меня эти два минуса превращаются вот в обычный. Попробуйте. Пробел, два минуса подряд, пробел, текст, пробел. Превращается? Галочка стоит, но не превращается. Да, галочка не стоит, не превращается. А, но не превращается. На самом деле, вот это, я считаю, во-первых, лишней кнопкой, потому что наша программа Word пишет без двойных дефисов. Смотрите. Нет, Москва, пробел, минус, пробел, столица, пробел. И вот вам та же самая тирешка. То есть по правилам написания тире пишется так. Ставится пробел, потом знак минуса, потом снова пробел и пишется следующее слово. И после того, как вы следующее слово закончите пробелом, наше маленькое тире превращается в большое. То есть дефис превращается в тире. Теперь давайте немножечко поговорим о списках.
В принципе, встроенные возможности автоформатирования содержат работу со списками. В версиях с 2007 Word, мы с вами можем делать следующее. Для того, чтобы начать писать нумерованный список, мы можем поставить 1. пробел, и он автоматически в этом случае создает список, который мы можем с вами заполнить. То есть 1. пробел, первый элемент списка. Написали, нажали Enter. По спискам, на всякий случай напоминаю, нумеруются абзацы. Поэтому, когда вы нажимаете на Enter и переходите на следующий абзац, он присваивает этому абзацу новый номер, то есть второй номер. Соответственно, пишем второй элемент списка, жмем Enter, третий элемент списка, ну там, четвертый. И заканчиваем мы этот списочек двойным Enter. То есть первый Enter вас выводит на новый номер, второй Enter отключает нумерацию. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь использовал когда-нибудь вот такую ситуацию, когда мы нажимаем на Enter и Backspace стираем номер? Использовали? Всегда так? Проблемы. Понимаете, что сейчас произошло? Нет? Посмотрите, пожалуйста. У нас настройки абзаца, красная строка, вот она. А сейчас я стала вот здесь. То есть я осталась на настройке отступа для текста. И мне придется еще раз нажимать на кнопку Backspace, а иногда еще и не раз, для того, чтобы вернуться к стандартной настройке. А вот двойной Enter, первый вас выводит на нумерацию, а второй сбрасывает нумерацию и возвращает вас на красную строку основного текста. Поэтому заканчивать список лучше двойным Enter. Или тройным, четверным и так далее, если вы находитесь на многоуровневом списке. Ну, то есть не на простом списочке. Вот, это, кстати, одно из нарушений наших основных правил о том, что 2-3 раза подряд на кнопку Enter, пробел и Tab нажимать нельзя. Значит, основные правила набора текста. Нельзя использовать двойные, то есть повторные нажатия подряд на кнопку пробел, Tab, Enter. Вот. И нормоконтроль должен за этим следить, как вы говорите. Вот. Те, кто любит придираться ко всем правилам, любой двойной пробел считает ошибкой. Любой вот такой вот спуск ниже должен считаться грубой ошибкой. Вот, как правило, текст спустить вниз, это настройки автоматические и неавтоматические настройки абзаца. Вот, смотрите, абзац, диалоговое окошко. Автоматические настройки у меня сейчас какие? Выравнивание по левому краю. Отступы слева и справа 0 см. Красной строки нет. Интервал, то есть расстояние до абзаца 0, а после абзаца 10 пунктов. А внутри настройка множитель 1.15. Давайте по нашим стандартам пробежимся. Настройка выравнивания какая у нас для текста была? Для русских документов стандартных. Как текст выравнивается? По ширине. То есть по ширине, не наша уже настройка, да, автоматом? Отступы слева и справа. По нулям. Это хорошая. Красная строка. 0,8? Ну, у нас на предприятии. А, у вас так сказано, да? Вообще, настройка красной строки обычно 1 или 1,25 сантиметра. То есть вот здесь не наша настройка. Если вы выбираете вот здесь вот отступ, то автоматом идет на 1,25. Вот стандартная настройка таба. Это было стопа. Интервал перед и после в наших текстах обычно нули. То есть 0, да, а вот здесь вот не наша, опять же, настройка. Ну и однозначно не наша настройка стандартная, это междустрочный интервал. У нас какие применяются? Одинарный или полуторный, в зависимости от текста.
от величины текста, от шрифта там и так далее. Ну, от этого ушли, это же печатная машинка. От печатной машинки зависело. Почему? Стандарт. Стандарты остались. Полуторные остались, да. Это одинарные или полуторные, это стандарты еще висят пока у нас. Ну, то есть, стандартные есть. Если мне нужно, допустим, спустить мой абзац, на 5 сантиметров вниз от начала листа. Ну, там, заголовочек написать какой-то там, титульный лист оформить и так далее. Вот, нужно настроить интервал перед моим абзацем. Как вы думаете, а сколько пунктов поставить? Вообще, что такое пункт? ПТ. Это что-то часть от шифра. Измеряется шрифт в каких-то единицах. Единицах. Да. Пункты – это единицы измерения размера шрифта. Это правильно. Высоты буквы. Вот. Точное описание пункта – это 1,72 часть американского дюйма. Но мы в этих единицах не считаем. Мы считаем с вами в миллиметрах, в сантиметрах. Да ведь? Ну вот на наши приблизительно. Наш 1 миллиметр – это приблизительно 3 пункта. 1 сантиметр – это 30 пунктов. Соответственно, если мне на 5 сантиметров нужно спустить, какой интервал мне сделать? 150. Да, смотрите. Пишу 150. Остальные настройки менять не буду. Нажимаю на... Так, стоп. Ау. Так, 150 пунктов. Жмем на ОК. Ладно, хорошо. Давайте сделаем вот так. О, пошел. Пошел. То есть вот они, 5 сантиметров. Так, ну и давайте мы вернемся с вами к спискам. Списки нумерованные мы с вами посмотрели. Для маркированных мы обычно что делаем? Мы сначала выбираем стиль, а потом начинаем писать элементы списка. Вот то, что у меня сейчас выбрано, это нестандартный маркер, установка которого также у нас рассматривается на расширенных версиях Word. Вот, одни из стандартных это всякие точечки, кругляшочки, квадратики, ну и так далее. Стрелочка вот эта вот, стандартная. Это по поводу стилей абзацев. Теперь мы поговорим с вами об автовозможностях или автоформатировании через готовые стили заголовков. В длинных документах, в больших документах очень часто применяют создание оглавлений там и так далее, то есть содержание. И в содержание у нас попадают те фразы, которые оформлены стилями заголовков. У нас на вкладке «Главное» есть группа стилей с галереей стилей. Вот она у нас большая. У кого поменьше, у кого побольше открыт сейчас. Это в зависимости от настроек Word, настроек экрана. Здесь есть заголовок первого уровня, заголовок второго уровня. Как только мы используем хотя бы один из них, появится заголовок третьего уровня и так далее. То есть для того, чтобы назначить какой-то заголовок, что мы делаем? Давайте напишем несколько абзацев, допустим, что-нибудь. Глава, там первое, параграф. Первый, там, параграф второй, третий. Можете скопировать, повставлять и поменять нумерацию. Вот в этом случае как хорош Excel, когда копируем вниз, он нумерацию сам продолжает. Вот. И, допустим, также парочку глав вниз скопируем. Глава вторая и глава третья. Пока на нумерацию не обращайте внимания, пусть это будет просто для различия между написанием текстов. Итак, допустим, мне нужно назначить главы заголовками первого уровня. Я выделяю текст и назначаю заголовок 1. А как избавиться от этого 5 сантиметров? Это надо... Это нужно в настройках, да, поменять. Выделяю глава 2, 3, также заголовок первого уровня. А параграфы делаю заголовком вторым. То есть вот это стандартные настройки автоформатирования. Вы выделяете текст и говорите, каким стилем будете назначать. Сделали?
А сейчас я вас попрошу сделать следующее. Пронумеровать эти заголовки с использованием многоуровневого списка. Выделите, пожалуйста, этот текст, который оформили. И на вкладке «Главное» в группе «Абзац» нажмите кнопку «Многоуровневого списка» и выберите там вариант, где написано «1» и сереньким «Заголовок 1», «1.1» «Заголовок 2», «1.1.1» «Заголовок 3». Нашли? Еще раз. Диалоговая, ну, простите, кнопочка «Многоуровневый список» в группе «Абзац». Там видите, лесенкой 1, а и мелкие такие. Вкладка «Главная», группа «Абзац». Абзац. Видите, там кнопки точечки 1, 2, 3 и вот 1, а и. Они вот, они три подряд. Угу. Вот, открываете, выбираете 1.1, заголовок 1. Вот, получили? В нашем курсе мы рассматриваем, как к этой нумерации придать вид. Глава первая и текст какой-то. Параграф первый и текст какой-то. Ну и так далее. То есть как до чисел написать тексты, как после чисел изменить точку на скобочку там и так далее. То есть как менять настройки нашего списка. Сейчас нам это с вами не важно. Я предлагаю вам создать новый документ. Либо белый листик, либо Ctrl-N, New. И попробовать написать все то же самое без использования вот этих стилей. Один из вариантов назначения стиля заголовок 1 – это клавиши Alt, единичка. Ctrl-Alt, единичка. Значит, встаем. В абзац пишем, нажимаем Ctrl-Alt, 1. Единичка из нашего стандартного набора цифр. То есть не с дополнительной цифровой клавиатуры. Теперь пишем 1. Пробел. Нумеруем. И, допустим, глава. Жмем Enter. По правилам стиля заголовков у нас следующий абзац сбрасывается на основной текст. Ну, то есть для того, чтобы можно было после названия заголовка написать какую-то текстовочку. Давайте напишем. Ctrl-Alt-2 нажмем. Это заголовок второго уровня. Напишем 1.1. Пробел. И получаем список второго уровня. Параграф. Enter. Ну и так далее. То есть сначала назначаете номер уровня, заголовок 1, Ctrl-Alt, единица. Затем цифру 2, точка, пробел, и пишите название. Вот, а теперь скажите, какой из вариантов более удобный? Вот этот или тот, который я вам показала? Предыдущий удобнее, да? Потому что... А, вам этот понятен? Да. Отлично. Значит, смотрите, в этом способе есть небольшой подвох. Вам нужно запоминать, какой был предыдущий номер. А там он нумерует автоматически. Ясно? Угу. Хорошо. То есть использовать можно, но нужно нумерацию вот эту помнить. Как вы думаете, а если я вот здесь вот главу... После главы 1 напишу глава 2. Вот этот номер поменяется? Да. Знаете, откуда можно, вернее, как можно узнать, поменяется или нет? Если вы выделите любой список, правильно и автоматически меняющийся список будет выглядеть так. Текст выделен, а нумерации нет. Если номер включен в выделение, значит это... Неправильная нумерация, она при добавлении новых элементов меняться не будет, придется менять вручную. Это все касается настроек автоформатирования, привязка к стилям и к спискам. Но еще, я думаю, что вы наверняка все видели, когда мы пишем.
адреса интернетов или электронной почты. Что происходит? Если вы пишете, да, адрес интернета или адрес электронной почты, он автоматически превращается в гиперссылку. Подсказку сейчас видите у меня на экране? Нажмите Ctrl и щелкните ссылку. И вот, да, если на вашем компьютере Outlook настроен, то есть есть и настроен, то он предлагает вам отправить письмо по этому адресу. Если Outlook нет или нет настроенного Outlook, значит, ни к чему это не приведет. Ну, а если у вас идет ссылка на какую-то веб-страницу, то щелчок при зажатом Ctrl открывает интернет в нашем стандартном браузере и, соответственно, идет открытие этой веб-странички. Вот это все касается автоформатирования. Так, где у нас она? Презентация. То есть, про кавычки мы сказали, простые списочки абзацев мы посмотрели, стили абзаца, которые привязываются к нумерованным спискам, мы с вами посмотрели, ну и про адреса в интернете, гиперссылки и электронной почты мы тоже с вами сказали. Ну и по поводу автоформатирования объектов типа, ну заголовки мы посмотрели с вами, таблиц, рисунков, схем, надписей и так далее. У нас для любого встроенного, вернее, вставленного в наш документ объекта есть вкладка «Конструктор», в которой группа стили предлагает нам галерею оформлений. Ну, для интереса. Давайте сейчас мы вставим некую таблицу, но не с нуля, а заготовочку возьмем. Есть в Word специальный раздел, который называется «Экспресс-блоки». Экспресс-блоки. Также мы с вами говорим о экспресс-блоках на расширенной версии Word на курсе 2. Значит, что у нас в заготовках есть? Уравнение я вам уже показывала, да, биномия Ньютона. Это заготовка, это экспресс-блок. То есть мы ее не с нуля писали. У нас есть в разделе «Ставка таблица» команда «Экспресс-таблицы», где готовые вариации таблиц с оформлениями, с текстовочкой, которые мы можем поменять. Вот давайте возьмем, допустим, список с подзаголовками 2. Там студенты нашего университета 2005 и так далее. Выбрали? Готовая табличка, оформленная, где, в принципе, мы можем поменять текстовку. И, находясь внутри таблицы, откройте, пожалуйста, вкладку «Конструктор» и загляните вот в эту галерею стилей. Итак, давайте откроем галерею стилей, и что мы видим? Есть заготовочки оформлений. Можете менять в любой момент времени, на любой цвет, на любое как бы понравившееся. У нас есть кнопочка, которая называется «Сбросить оформление», «Удалить все форматирование». Вот, правда, она не касается объектов, вот. А что делает? Шрифты все сбрасывает в настройки шаблона, то есть все, что было заложено в шаблон Normal Dot. Да? Вот. Если объекты на вкладке главное в группе шрифт, вот он, ластик такой с буковкой А. Вот. Значит, от чего он не избавляет? Не избавляет от гиперссылок. Вот. И еще нет, от чего не избавляет. Использовали когда-нибудь вот эту вот кнопку? Постоянно? Ну, то есть выделение там чего-то, да, порисовали здесь, вот здесь, вот здесь, да? Вот. Эта настройка также через удалить форматирование не сбрасывается. То есть сбрасывается только вот здесь. Нет цвета. То есть где поставили, так и там и снимаете. Да, выделение цветом и гиперссылки. Вот. Кстати, гиперссылки можно быстренько убрать, если, конечно, у вас нет таблиц в этом блоке. Выделяете текст, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, и вот здесь вот выбирайте команду «Вставить только текст». Вот с таблицами видите, что получилось? Ну, то есть выделяете текст, копируете, вставляете, и говорите, что вставить вам нужно как текст.
сохранением только текста, вот буковка А вот здесь в параметрах вставки. Ctrl-A можете не делать, таблицы можете сбить, видите? То есть вы выделяете текст. Если у нас таблицы, то лучше всего частично. Ctrl-C копировать, Ctrl-V вставить. И вот в этой вот кнопочке Ctrl, это дополнительные параметры вставки, выбираете команду «Сохранить только текст». Вот так. Оп. И все. Гиперссылки уходят. Ну или параметры вставки, да, или через правый щелчок параметры вставки. Вот они все три. Вот. Вставка только текста. Вот этот вариант. Ну а мы возвращаемся с вами к объектам. Еще один объект, который мы можем автоматически вставлять через экспресс-блоки, это надписи. Вкладка «Вставка», группа «Текст», текстовое поле, это же кнопочка сейчас называется, раньше называлась «Надпись», текстовое поле. И снова есть готовые варианты, экспресс-блок. Правда, в отличие от таблицы, здесь заполнение текстом такое неявное. То есть вы выбираете любой из вариантов. И здесь сказано, введите свой текст. Что-нибудь пишите. Оформление остается. Местоположение на странице определено. То есть в конкретном месте появляется ваш объект. И если вы откроете вкладку формат, то опять же, есть у нас группа стилей, фигур с галереей, в которой предложены автоматические варианты перенастройки. Какой-нибудь из вариантов. Вставка, текстовое поле. Выбираете вариант. Вот. Затем выделяете его. И через формат вот здесь вот в галерее стилей выбираете цвет. Вот. И еще что хотела сказать про автоформатирование. Если мы не применяли ручные настройки, то есть если я не заходила вот сюда, кнопка заливка фигуры, и не выбирала заливку вот отсюда, стандартный набор, там градиент, рисунок, другие цвета заливки, а применяла либо вот этот вариант, либо в заливках выбирала цвета темы, автоматически все эти позиции меняются с изменением темы. Вот, подробно о темах рассказывается на PowerPoint, все-таки там больше с оформлением работают. Хотя закладываются эти знания и на Word втором, и на Visio, и так далее. Значит, откройте, пожалуйста, вкладку «Дизайн», если у вас 13-я версия. Это для тех, кто слушатели удаленно сейчас. Либо на вкладке «Разметка страницы» во всех остальных версиях есть кнопочка, которая называется «Темы». Либо справа, либо слева. Кто-нибудь с PowerPoint работал? Хотя бы чуть-чуть. Меняли там темы? Кто-то менял, кто-то нет. А помните, что в теме закладывается? Кто работал? Фон, по-моему, там. Цветовые настройки, шрифтовые настройки. Да-да-да, абзацные где-то там настройки и так далее. Вот смотрите, я меняю тему. Видите, что происходит с моей таблицей, с моей надписью? То есть меняются и шрифты, и цвета. Теперь не хочу менять шрифты. Нахожу кнопку дальше «Цвета» и выбираю только цветовое оформление. Шрифты при этом остаются, как они есть. Если я, наоборот, не хочу менять цвет, но хочу поработать со шрифтами, кнопка «Отдельные шрифты», и здесь я настраиваю шрифтовую коллекцию. Ну вот. Кроме этого, если вы обратите внимание, на экран можете посмотреть, темы. Сохранить текущую тему. То есть я могу что-то свое насоздавать и сохранить как новую тему. Дальше могу определить новый набор цветов в теме. Могу определить, настроить шрифты, то есть набор шрифтов для заголовков и так далее. И кроме этого, если возвращаться к экспресс-блокам,
смотрите, пожалуйста, вставка, текстовое поле, сохранить выделенный элемент в коллекцию. Видите? Что я могу при этом сделать? Я могу чего-нибудь нарисовать. Так уже, наверное, пока нет. Итак, я могу что-нибудь нарисовать, могу как-нибудь по-своему оформить, допустим, еще какую-нибудь стрелочку нарисовать вот так вот дополнительно, взять, допустим, вот что-нибудь такое, объединить это все в один объект с помощью специальной группировочки, и хочу вот это все применять много-много-много раз в разных документах. Смотрите, что я делаю. Я выделяю, говорю, давай мы сохраним в коллекцию экспресс-блоков под именем, ну, допустим, стрелка, английский. Сейчас покажу еще раз. Стрелка в коллекцию экспресс-блоков. Окей. Ухожу на другой документ и говорю, мне нужно вставить вот эту схемку. Оп, вот она. Ухожу в другой документ какой-нибудь. И говорю, мне вот сюда нужна схема. Вставка, экспресс-блоки, схема. Вот она. Понимаете, к чему веду? Если вы какие-то свои собственные объекты создаете и хотите много-много раз использовать, неважно, это будут таблицы, это будут формулы, это будут надписи, это будут схемы. Вы их, смотрите еще раз, да, выделяете. Вы можете свою таблицу выделить. Значит, выделяете, открываете вставка в группе текст, кнопочка «Экспресс-блоки», вот она. Нажимаете «Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию». «Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию». Даете имя. Даете имя. Какой-нибудь. И жмете на «Окей». А дальше просто открываете документ, устанавливаете курсор и заходите. Вставка, экспресс-блоки, все, вот оно. И последнее. Если вы изменили коллекцию экспресс-блоков и хотите, чтобы она в будущем у вас на этом компьютере работала, при выходе из программы Word, то есть я выхожу, говорю, здесь не хочу сохранять, закрываю второй документ, здесь не хочу. И при последнем закрытии программы появляется вот такое вот окошко. Говорит о том, что были изменены стили или стандартные блоки, то есть что-то менялось в стандартных настройках. Спрашивает, сохранять или нет. Если нажмете на «не сохранять», вы больше эту схему не увидите. Если вы нажмете на «сохранить», как я сейчас, то в любой момент времени, как только вы на этом компьютере открываете Word через документ или чистый, заходите в вставку, экспресс-блоки, и вот они, мои схемки, уже готовы к работе. Точно так же, как экспресс-таблицы, точно так же, как список уравнений или формул и так далее. Нумерация таблиц. А сейчас я вам расскажу. Значит, смотрите. Рекламная составляющая, да, наших семинаров. У нас есть два уровня программы Word. На первом уровне там вроде бы все элементарно. То есть, что такое абзац, какие настройки шрифтов, как создается текст, как создаются простые списки, как вставляются таблички, добавляются там новые столбцы, строчки, как ставить рисунок и так далее. Второй уровень уже такой наиболее профессиональный. Значит, что мы рассматриваем на этом уровне? Во-первых, изменение готовых стилей. То есть, как применяются стили. Мы с вами рассмотрели стандартные, можно изменять их. Во-вторых, как работают с большими документами. Туда входит создание структуры документа, то есть это заголовки первого, второго, третьего уровня и так далее. Нумерованная структура, то есть мы с вами простейшую сейчас посмотрели, там достаточно интересные варианты.
как создается список литературы, список оглавления, то есть содержания, как вставляется титульный лист из готовых наборов, то есть экспресс-блоков, и создается вручную, правильно, по всем правилам наших документов. Далее, как создаются списки литературы, списки таблиц, списки рисунков, списки формул. Как раз вот здесь и происходит нумерация. Нумерация таблиц, нумерация рисунков, нумерация формул, которые вставлены в документ. Далее мы говорим о том, что такое перекрестные ссылки. Перекрестные ссылки. Говорим о том, как можно использовать вкладку лицензирования для того, чтобы работать в режиме исправлений, для того, чтобы программа запоминала, что вы изменяете в этом документе, и потом любой пользователь и вы сами могли вспомнить, что было, что изменено, когда, кем. И принять или отклонить изменения для того, чтобы получить готовый вариант текста. Затем вкладка рассылки. Шикарнейшая вкладка, которая позволяет быстро, буквально в течение 1-2 минут, создать 200, 300, 500 писем разным адресатам, если у вас есть специальная таблица, которая содержит всю информацию об этих адресатах. Или настроен Outlook, и у вас есть адресная книга в Outlook, кому вы хотите посылать, и вся информация о получателе. Вот. Ну и, соответственно, здесь же мы очень много говорим о экспресс-блоках, как их создавать, как их правильно сохранять. Я сейчас не все секреты раскрыла при сохранении, там есть несколько вариаций. Вот. О том, как писать математические формулы, рассматриваем вот эту вот вкладку, примеры приводим, как копировать формулы, там исправлять что-то и так далее. То есть фактически все, что находится за пределами первого уровня начала напечатать текст и применить вот эти вот стандартные настройки форматирования, да, вот об этом все мы говорим с вами на втором уровне. О том, как правильно вставляются объекты. В курсе, как сделать так, чтобы, допустим, в одном документе у нас было 10 рисунков, с одинаковыми оформлениями, одинакового размера, в одном и том же месте, там, с одинаковыми разрывами и так далее. То есть как сделать так, чтобы не каждый в отдельности рисунок настраивать, форматировать, да, а настроить один, а потом просто для всех остальных применить этот формат и так далее. Говорим о том, как изменяются стили, создается свой стиль. Самый, наверное, интересный момент по стилям – это как сделать так, чтобы при открытии нового шаблона, ну, нашего чистого листа, не приходилось менять вот эти ненужные нам с вами настройки. Нам же что нужно? Arial или Times New Roman, да, в зависимости от документации, 12 или 14 размер с красной строкой там и так далее, со всеми вот этими настройками. Как сделать так, чтобы быстренько один раз изменили и больше никогда к этому не возвращаться? Ну, возвращаться придется только в чужих документах. Но каждый новый документ будет создаваться уже с нашими настройками шрифтовыми. То есть, в принципе, очень объемный и достаточно интересный. Если вы в Word работаете, вот. Очень часто приходят слушатели со своими вопросами, со своими проблемами. Почему там в списке один раз нормально копируем, потом вставляется, что-то там сбивается нумерация и так далее. Все это мы тоже рассматриваем. Вот. Это то, что касается именно Word. Word расширенные возможности. Вот. На всякий случай напоминаю, что по всем вопросам можно к нам обратиться по телефонам. Это телефоны нашего общего офиса. Кроме этого, есть в каждом филиале свои телефончики. Вот. Корпоративный отдел, отдел физических лиц. Ну или ко мне можете напрямую обращаться по электронной почте. Если вдруг есть вопросы какие-то свои, присылайте, будем пробовать решать. Вот. И эту презентацию, если кому нужно, можете по данному адресу также мне письмецо направить, я вышлю. Вот. Ну и благодарю вас как бы за внимание, за то, что вы к нам пришли, потратили время. Надеюсь, что не зря.